не столичные мы, не московские. Без гламура, да и без пафоса. Мужички просто мы равеньковские. И приехали поколбаситься. Здрасте, зрители, всем приветики. Вам приветики. И вам приветики. Спросишь ты, ну а шо в пакетике? Равеньковская энергетика. Конечно, конечно, окрошка на скипидоре будоражит. Что такое равеньки? Ну вот представьте, такой небоскреб, этажей 100 вверх. Вот так положили его, порезали, небрежно бросили. Это все собаки растащили. Вот он, красавец, редь полей. Не, ну чтобы вы понимали, у нас памятник Ленину вот в такой позе стоит. А шо? И красиво, и громоотвод, ну. Ладно, не хотели хвастаться, конечно. Но вообще-то Равеньки — это единственный город, где победили борщевик. У нас его просто платным сделали, так люди растащили. Как говорится, на варе и кожа горыть. Ну ладно, об этом вы лучше гляньте, какие шоумены на сцене, а? Пашка вон, его мать прям в фонтане родила. Не, ну а как со дня города уйдешь, когда Трофим только вышел, правильно, ну? Святые угодники. Угадайте, откуда мы? Ну, судя по наряду и прическам, с армянских похорон. Очень смешно. А что, если я тебе скажу, что Светлогорск — это матрица? Компьютерная симуляция. Чего? Светлогорск — это курорт. Задумайся, веришь ли ты сам в реальность своих слов? Так, ладно, вы лучше скажите, где вы такие костюмы откопали? Я купила, а Коля, не знаю, он в этом уже около школы ошивался. Да, ну крутые. А то не крутые. Вообще-то Коля избранный. Его единственного из помета оставили. Он живет в двух реальностях. В одной он по стенам бегает и от пули уворачивается. А в другой? А в другой его прокапывают. Выбирайте, какую таблетку пить будете. Выберите синюю, заберете кивина. А красная? А красной нету, то мозоль. Не, спасибо. Это шо, экстази? Не месил, у него просто ноги отпустило. Ой, замечательно, он этими ножками со сцены теперь упорхать прям может. Давай, давай, давай. Ну шо, молодые люди? Откиснем как следует! А в Равеньках прошел конкурс двойников 50 Cent'а! Все, господа 50 Cent, расходимся. Суисы, это шо, день города без репа? Ни в коем случае, будет Эминем. Где ж мы его возьмем? Ну не знаю, что-нибудь придумаем. Йоу, йоу, I'm Slim Shady, где-то там Shady, кто-то там шепотом, где-то там бис. Я даю тебе. Друзья, слушайте, ну, а для того, чтобы максимально насладиться Равеньками, вам просто необходимо посетить Равеньковский дом культуры.
вечер, уважаемые ценители искусства и те, кого с улицы загнал шершень. Нет, это не победительница шоу «Пацанки». Это мой соведущий Николай. Внимание! По залу ходит собака и ищет наркотики. Не давайте ей, пожалуйста! Мы ее отучаем! Ну, а откроет наш концерт дуэт русских народных картежников! Шестерка! Семерка! Шестерка! Моя! Семерка! И семерка! И семерка! Мою! Восьмерка! Десятка! Десятка! Валет! Валет! Домопики! Валет! Туз червей! Валет! Козырный! Бери! Да мою! Девятка! Валет! Все вольты у меня! И девятка! 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 Отбой! А так вот! Понятно! А так вот! Мое! А это вам на погоны! Это вам на погоны! Концерт проходит в здании бывшей скотобойни. Еще вчера вон там на крюках висели свиные туши, а уже сегодня это уютный гардероб. А мы напоминаем, завтра на этой сцене для вас будет выступать не воровка, не шалава, а Ираклий Перцхалава. Рвется клуб музыкально-исторических вольностей. Ребята представили, как сложилась бы карьера Газманова, если бы Калининград так и остался частью Германии. Встречайте, Вольфганг Газманов! Зачем мне Саул? Ты бросил коня! Попал я по жизни, заблудился, наверное, пропал. А я девочек люблю, я их вместе заберу. И Полину, и пробуем с тобой в беду. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Воля, свежий ветер пролетел. Воля, свежий ветер. Спасай радио. Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась на кличку Люсилю, сидит в дворе. Спасибо, сынок. И ноздрями землю втянул. Горящая свинья несется на всех парах к своему неизбежному финалу. С вами сегодня, как и всегда, были я, Виктория, и отчим Хазбика. До новых встреч! Возьми себе на память, что было между нами. И что не сбилось, тоже возьми. Возьми себе на память, засыпанный снегами. Свой дивно перевернутый мир. Но... Thank you.
Ой, друзья, слушайте, ну, нравится нам тут у вас очень хорошо. Да. Только, знаете, вот добираться тяжело. Он Колю без заграна вообще через Литву пропускать не хотели. Пришлось как протезы оформлять. Ну. Поэтому, знаете, мы, конечно, еще с удовольствием с вами тут попели, потанцевали. Но, увы, пора. Колю еще сегодня человек с Польши примерять будет. Ровеньки. Орловский государственный университет. Рип, джус, молодежь!